Вот этот мюзикл, да. В прошлом году, когда на этом космической встрече, помните, да? А, вот и когда вылетали еще. Отлично. Да, вы еще были. Так, так. Эдельвейс, я был так. Этот самый Лопушок. Лопушок, да. Так что? Пришло много писем. Это вы мне рассказываете? Я же знаю, что писем пришли горы. Да. Но я рассказываю вам и тем самым телезрителям. Пришло, ну, и товарищам, конечно. Да. Значит, пришло много писем, действительно, с предложениями, там, новые пьесы какие-то. Продолжить эту тему. Да, просто, ну, пьесы ужасные. Пьесы ужасные. Ну, вот одно нас заинтересовало, потому что по форме очень современно. Мюзикл. Мюзикл. Такой вообще фантастический мюзикл на своем. Это вообще модно сейчас, мюзикл, да. Ну, смотрите, классики очень много, да. Да. «Свадьба Кричинского». Да, «Смерть Тарелкина», мюзикл. Мюнхгаузен. Мюнхгаузен. Вот. «Чайка», ну, это балет. Так, «Анна Каренина». «Анна Каренина» нет. Это не мюзикл. Это не мюзикл. Не мюзикл. Значит, «Тиль». «Тиль», да. «Тиль». Ну, много. А это вот на космическую тему, конечно, наивно немножко, но сюжет очень простой. Да. О жизнеобеспечении корабля. О жизнеобеспечении корабля. Сюжетик такой очень простой. Парень молодой, такой ищущий, родился в пустыне. Как он родился, там рядом снимали как раз «Белое солнце пустыни». Да. Вот. А знаете, почему космонавты любят? Почему космонавты любят «Белое солнце пустыни»? Да, вот я спрашиваю вас. Вы знаете, почему космонавты? Я знаю. Вы знаете? Нет. Байконур где? В пустыне. Ну? А, понятно. Значит, и он, значит, когда там стали строить Байконур, значит, моментально эти съемки, там разрылся с Мишулин, помните, да? И на этом месте стали строить Байконур. И, значит, и он тогда пошел сразу... Да. Да. Он парень стал хорош. Работать водителем... Да. Цистерна, которая воду перевозил, потому что водопровода еще не было. Первое время не было водопровода. Вот. А потом он прижился, парень очень такой хороший. Стал космонавтом. Космонавтом. Вот. Вот. И сейчас перевозят на грузовом корабле, да. Перевозят туда на станцию орбитальную топливо, воду. Да. В общем, такой космический водовоз. Да. Вообще нам ребята рассказывают, что тема жизнеобеспечения корабля – это очень интересная тема. Давайте сыграем вот... Вот и этот дуэт, только надо извиниться перед товарищем, дуэт интервью музыкальный. Дуэт интервью, так сказать, задает вопросы о водоизвещении. Музыка знакомая, но, по-моему, свежая. Да. Слова замечательные, но тоже очень знакомые. Знакомые, вообще все знакомые. Ну вот об обеспечении, значит, на Земле и в космосе. Тут в форме интервью. Дело в том, что мы не профессионалы совершенно. Да, поэтому... я буду опять играть космонавта, да? Эдельвейс. Ну, если сможете, да. Да. А я по-прежнему... Тот, который... Да. Вы по-прежнему журналист. И вроде я вам задаю вопрос. Да. А вы вроде бы отвечаете. Но так мы не профессионалы, это мы, конечно, под фонограмму все это пойдет. Да. И мы тоже, мы не профессионалы, мы попадать тоже не будем, понимаете, в фонограмму. Так что не сердитесь. Не сердитесь. Если попадем, то попадем. Да. А не попадем, значит, слушайте, не обращайте внимания. Ну что, значит, вот я вроде задаю вопрос, да, а ты вроде не отвечаешь. Да. Под фонограмму. Под фонограмму. Ну давайте фонограмму. Удивительный вопрос. Какой? Почему я водовоз? Потому что без воды. Ну как вы считаете? И не туды, понял? И не суды. Пьют зебры и слоны. И деревья. И цветы. Даже муха без воды. И не туды. И не суды. Муха. Горе надо утопить. Радость надо размочить. В каждом деле без воды. И не туды. И не суды. И не туды. Отдыхаем. Воду пьем. Соседаем. Воду льем. И выходит из воды, но не туды, и не суды, но не туды. А не побриться, не попить, не помыться, не поплыть. Человеку без воды, но не туды, и не суды. Нет, товарищи, не зря. Есть и реки, и моря.
потому что без воды и не суды, и не суды.